Всем привет! По совету Арсения, подписчика, попробую сделать эксперимент. Это остановить соседа с помощью банана. Надо посмотреть, где сосед ходит. Так, берем банан, лучше два. И банан выступает в роли пистолета. О, можно рискнуть здесь. Выйти. Мы вышли. Сейчас прокатим его на кожуре. Ну, то есть на самом банане. И где он? Он уже боится меня. Уже не хочет бежать. Все, выстрелил в него. Еще как-то можно сделать, чтобы сосед поразмял спину. Может быть, кинуть кожуру под ноги? Или в него? Не, в него не буду. Еще раз выстрелю. Не, зря потратил так. Улетел. О! Меня самого сейчас. Я сам, похоже, подскользнулся на кожуре. Сейчас тоже вон еду. Ничего не могу сделать. Так, куда направляемся? Сосед уже ожил. Сейчас меня, похоже, поймает. Так, интересно. Есть тут еще бананы. Пока нет. Он же должен как-то жить. Может быть, вот так манекеном его поднять. А, и на банановую корку опустить. А, так я уже на нее наступил. Он вообще замер полностью. Ну-ка, что если игру пройти? Получится что-нибудь? Так, заморозили. О! Интересно, как так? Он же только что стоял без движения. Сейчас посмотрим, будут ли на столе бананы. Это колесо опять уезжает не туда, куда надо. Ну давай попробуем еще раз. Не, интересный момент посмотреть, как он оживает. Где он? Сейчас выйду сюда, он меня там поймает. Не, бананов больше нет. Можно на кожуре поскользнуться? Нет, не подскользнулся пока. Так. Зачем меня все ловит и ловит? О, уже заколотил. Нормально. А вот так. О, так тут есть бананы. Если что, выстрелю в него. У меня есть целый.
Я не промахнусь. Как снайперская винтовка. На. Так, давайте посмотрим, как он оживет. Насколько быстро он оклемается. И как это сделать? Может, кидать предметы в него? Пока стоит. Он должен спину размять. Он уже дергается. Сейчас увидите. У него руки дрожат. Вон рука. Он слегка дрожит, он как будто не может ожить никак. Долго оживает. А. Я сам накажу, я подскользнулся. Вот, я сейчас вообще ничего не могу делать. И сосед, скорее всего, уже просыпается. А, вообще ничего не могу делать. Вон он. Спину разминает. Но пока еще не жив. Чтоб подскользнулся капкан. Странно, капкан не берется. Волшебная кожура. Микроволновкой. Так, ну непонятно, что с ним делать сейчас. Мне кажется, что я сейчас отойду, и он сразу же оживет. Он, видимо, не хочет смотреть, чтобы я видел это. Вот, смотрите. Нет, пока не оживает. Ну, либо если я сам себя поймаю. Или его надо поймать. О. Нет, все равно. Но он даже не дышит, он просто стоит. Сейчас придется опять пробовать проходить игру. Игра сопротивляется. Может быть, он размораживается в момент. Момент разморозки бассейна. Потому что с первого раза не нажимается разморозка. Сейчас проверим. Так, ладно, можно здесь пройти.
Не попал. Он все закрыл. Ой, куда это я? Он все закрыл, что можно, даже вот здесь. Только когда успел. А, вот он уже, гад. Как вот он ожил? Поймать его. Уехал куда-то. Ну-ка, вот так. Ну нет, дали пройти игру. Ладно, всем пока. До следующих экспериментов.